Советского информбюро. В течение 5 мая войска 3-го Белорусского фронта вели бои по очищению от противника косы Фришнерунг. Советские пехотинцы вместе с сопровождающими их артиллеристами выбили гитлеровцев из сильно укрепленного опорного пункта Шотланд. В бою за этот населенный пункт уничтожено до 300 немецких солдат и офицеров. Захвачено 14 орудий, 5 минометов, 40 пулеметов и 2 склада с боеприпасами. Войска 2-го Белорусского фронта 5 мая овладели крупным портом и военно-морской базой немцев на Балтийском море Свинемюнде. Войсками 4-го Украинского фронта взяты города Хоф и Берн. Войска 2-го Украинского фронта продолжали наступление. Немцы перебросили в район реки Моравы много артиллерии и, опираясь на заранее подготовленные позиции, оказывают сильное огневое сопротивление.